Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, продолжаем сабнафтику. У нас, короче, тут база строится, и это все серьезно. Пописывали в комментариях, типа, построй где-то рядом с вулканом, там еще что-нибудь туда-сюда, тыры-пыры, все дела. Короче говоря, пока нет, пока строим тут, потому что нам нужно построить все это тут. Первым делом, темно. Это как минимум. Вторым делом, нам нужно ставить различные... Давай поставим сначала источник, мать его, питания, чтобы этот источник, мать его, питал что-нибудь. Это электричество, вот это... Теплоэлектростанция. Производит тепло в энергии больше 15 градусов, 50 единиц энергии в минуту. Аэрогель. Я его сделать могу, это хорошо. Стационарный воздух. И все, что ли? А где... А вот. Биореактор. Компостирует органическую материю в энергию. Ядерный реактор где-то неизвестный. Вода очищает морскую воду в пресную воду и соль. Замечательно. Но я почему-то думаю, что биореактор, наверное, будет получше, потому что мы сейчас не в совершенно рядом с вулканом. Вулкан где-то тут, я тоже знаю, что он где-то рядом, по-моему. Тут где-то вспыхивали всякая хренотенька. Опа, что это такое? Что это? А, фрагмент сборщика транспорта, ладно, нет, не надо. Хотя, титан возьму, титан пригодится, почему бы нет. Окей. Значит, тогда нам нужна дополнительная ячейка и, в принципе, дополнительный... Блин, давай сначала я поставлю камеру сканирования ресурсов. Я не знаю вообще, что это, как она строится, ни разу не видел. Но я чувствую, что сейчас она самая нужная будет. Как она выглядит? Так, заряд... Блять, ничего не известно. Да посмотри, а. Что за херня такая? Это где-то... Энергопередатчик. Ага. А, подожди, может быть, я вот это могу поставить рядом с вулканом и передавать оттуда энергию? Комната сканирования. Находит ресурсы, обломки в пределах радиуса действия. Титан есть, медная руда у меня. Вот медной руды два у меня нет. Образец пластинчатого... Что? Грядку-то забыл поставить. А у меня на Авроре есть. А я здесь должен поставить, само собой. Так, во-первых, грядка внутренняя. Титан 2. Я поставлю их вот здесь рядом, чтобы они смотрели друг на друга и росли. Хорошо, дыньку я потом сюда принесу. И давайте сразу... Сразу после того, как я сейчас заберу отсюда что-нибудь, что мне нужно. Я сначала, наверное, даже поем. Так будет логичненько. Сегодня мы с тобой, наверное, серию убьем на то, что будем строиться. Но это нужно, без этого никуда. Так мне нужно разрубить 4 дыни. Раз, два, три, четыре, пять. Допустим, пока что вот так. Раз, та. Это у меня пойдет туда. Одну дыньку я возьму, еще одну возьму. Их поем. Еще одну сорву. Тоже поем. Потом что-то надо посадить. Допустим. Так, короче, ладно, хрен с ним, пойдемте. Меда хотел сказать. Хотел сказать меда. Меда, да, давайте меда. Смотри-ка, и раз. Золото сразу возьму. Золото возьму сразу, да? Возьму сразу золото. Потом 5 титана там нужно. Медная руда у меня есть, хорошо. Так, тогда, почему бы нет? Ага. Золото, титан 5. Титан 5, хорошо, титан 5. Раз, два, три, четыре, пять. И образец пластинчатого коралла, это там. Там. No problem вообще. Взяли, сразу построили. Красиво. Четко, хорошо. Так, пластинчатый коралл. Что-то мне подсказывает, что это будет сложно, да? Серьезно? Дайте коралл-то, алло. Пластинчатый коралл. Бляха, да давай только мы не будем сейчас без пластинчатого... Это что такое? Ой, свинец, нет, серебряная руда. Хорошо. Пластинчатый коралл, угораешь, нет? Пластинчатых кораллов должен быть миллион. Подожди, я сейчас тогда сплаваю туда, где они обычно были. Там рядом со шлюпкой. Но перед этим я посажу дыньки, наверное. Просто дыньки посажу, пусть растут пока что. Ну ладно, раз это так сложно, ничего страшного. Сейчас день тут найду. Сколько там кораллов надо? 1, 2, 3... Блин, это не смешно. Вы чё, серьезно что ли? Вашу ж мать. Дайте мне коралла. Мне нужен всего лишь пластинчатый коралл. Вы смеетесь?
Это что за херня там была? Мне кто-то сейчас мигнул? Так, свет выключи, чтобы батарейка меньше садилась. Не давай без этого. Блять, придется на базу плыть, прикинь. На старую базу, потому что там точно есть пластинчатые кораллы. Они растут где-то рядом с поверхностью практически. А здесь зеленая гадость, походу, дело в зеленой гадости это не растет. Видишь, здесь типа с водорослями, поэтому здесь мы херчу найдем. Мне реально предлагается плыть сейчас километр, да? Хорошо, без проблем. Ну вот тут по-любому где-то он должен быть. Вот он, прям кучами растет. Так, раз, еще раз. Один. Один коралл. Ёбаный свет. Ну окей, пойдем. Ну, в принципе, это недалеко. Здесь, кстати, атмосферка получше. Заметь, здесь солнце, светло, желтенький, не желтенький, ну да, желтенький солнечный воздух. А там мы строим базу, там, бляха, темно, там зелень, там водоросли, там фу вообще. Там некрасиво, там склизко, там воняет, там противно, там... Но, блядь, приходится строиться там, потому что там ресурсов нормальных больше. Потому что те ресурсы, которые мне, в принципе, нужны, обитают только там. Тихо. Не-не, не дури, не дури, не дури. Надо сейчас внимательно посматривать, мало ли еще где-то зубы сталкера есть. Зубов сталкера много никогда не бывает, запомни поговорку. Самый ценный ресурс в этой игре это зубы сталкера, потому что их тяжелее всего найти. Это прям вот не шутка, это не вранье, я тебе серьезно говорю. Зубы сталкера это обосраться какая редкость. Сталкеры стали умные, сталкеры стали зубы чистить по утрам, ходить к сталкоматологу. Из-за этого их зубы нихера не вылетают больше, представляешь? Так, комната сканирования, допустим. Раз, два. А фундамент-то выдержит у меня, нет? Почему? Что такое? Ты не выдержишь фундамент? Почему? Что? Что ты не выдержишь? А, ее нужно сюда построить. Хорошо, фундамент, допустим. Для фундамента нужен еще свинец. Так, подожди, нет, я сюда выкидывать не буду, потому что я знаю, что это у меня все укатится. Для фундамента нужен свинец. Так, я пока сюда вот это положу. Зуб сталкера выложу. А, так у меня есть место-то, а что я тогда выкладывать-то буду? Свинец, раз-раз. Раз. Еще нужен титан. Свинца же два нужно, по-моему. Блять, мне нужен еще титан, чтобы я построил сразу две платформы. Ой, не платформа, а этого какого. Сразу два. Ой, бляха, нету, представляешь? Пойдем переработаем. Так, два я имею в виду фундамент. А, один нужен. Ну, один хорошо, ладно. Один тоже пойдет. Так, один. Ага. Вот, теперь комната сканирования. Да что ж с тобой? Что с ней не так? Почему она не хочет строиться? Опа. А что это? Почему это так? Да я тебе въебу сейчас, серьезно, опять приплыву и въебу тебе. Она не хочет строиться внизу? Построю наверху, мне все равно. Чего не хватает? Титана не хватает, ну естественно. Титан. Все, вижу. Вот притаски, молодец. Надо карманного сталкера себе завести, он будет мне титан тащить. Почему-то она строится непосредственно сверху, это странно, как в нее заходить вообще? Бляха, ну-ка секунду. И... А, нет, что секунду, пойдем сразу переработаем. Я немножко не про то, мне кажется, их нужно было совместить друг с другом. Потому что если они не совместятся, я не понимаю, как с ней работать, с этой комнатой. Вроде титан такая, это не редкость, а что-то херак и кончился. Я буду подворовывать на складе у этого, у вот этого. Почему они не соединились между собой? Ну-ка, секунду. Я хочу, чтобы они соединились с моей вот этой вот будкой. Вот, смотри, почему она не соединяется-то? Я не понимаю этого. Да ну хер с ним, ладно, давай так. Может, дополнительный какой-то нужен проход? И как сюда заходить? Хорошо.
Ой, тут камера есть. Что за камера? Взять дрон-камеру. Блять, ей как нужно управлять, что ли, по-особому? И что? А-а-а, ими нужно куда-то там это, да? То есть я сюда никак не войду все-таки. Как-то перемосток между ними, может быть, поставить? Или что? Вертикальный соединитель. Как это хуйня вользу? К ней вход-то можно примотать вообще, нет? Так, я не понимаю, как эта хуйня работает, если честно. Как мне в нее войти? Во-первых, здесь нужен люк? Блять, это чудеса, серьезно. Я не понимаю, в чем прикол. Она построилась у меня почему-то отдельно. Как отдельно? Что отдельно? Я уже эту что-то пытался тут примудрить и там примудрить. Ни хрена не строится, и все. Зато примотался выход. Судя по всему, выход приматывается только к определенному месту. И если так логично сообразить, то давай, знаешь, сделаем вот так вот. Я попытаюсь разобрать люк, я надеюсь, что он у меня вставится еще раз, если я захочу это сделать. Ну да, смотри-ка, это приматывается, замечательно. Это. Бля, я все понял. Теперь я все понял, все окей. Нужно было ее повертеть, чтобы она примоталась нормальной стороной к моей базе. Все ясно, все понятно. Это очень странно, серьезно. Это меня прям выбило из колеи. Смотри-ка. Теперь делаем вот так. Я ставлю опять фундамент, потому что я его разобрал, а это ненадежно будет. Поставлю еще раз фундамент. Сейчас я начну умирать от обезвоживания, как минимум. Так, беру комнату сканирования. Вращаю ее. И хуй-то там. Почему? Почему? Не ясно. Почему? Где у нее вход? Seek fluid intake immediately. Это, блядь, что за говно? Почему это не строится? Ладно, окей, я построю ее вот тут вот отдельно. Хорошо. У меня, хрен с ней, у меня будет в нее вход, это мне не так страшно. Чуть-чуть отплыви. Почему ты не строишься над фундаментом? Объясни мне, комната. Ладно, хуй с тобой. Короче, строю вот тут. Не знаю, что с ней не так. Она просто не хочет строиться там, где мне нужно. Там показываются ресурсы. Мы уже успели заметить это дело. Хорошо. Так, куда к ней примотать выход? Вот сюда вот. Ага. Все это будет странно и нелепо. Это будет примерно так. Ладно, хуй с ним. Давайте пожрем, пока есть возможность. Раз. Это я сажаю грядку до конца, добиваю. Это я ем. Нормас. Красота. Так, ну окей, пойдем посмотрим в комнату сканирования. Ее серьезно, как-то можно соединить с остальным моей базой? Я хочу, чтобы в нее ходить пешком. В чем проблема-то? Вертикальный соединитель. Ты куда-то можешь привертикалиться здесь, нет? Стеклянный пароход. Стеклянный проход. Ага, стеклянный проход есть, допустим. А не хватает на него ничего. Обычный проход. Обычный проход тоже строится, смотри-ка. И не хватает теперь титана. Но в любом случае я не смогу в него нормально заходить. Ладно, хер с ней, пойдем посмотрим на внутренности этой комнаты. Она будет стоять бредово вот так вот. Я ничего не могу с этим поделать. Значит, это изготовитель. Чип выводит данные комнаты сканирования на интерфейс костюма. Опа.
Золото и компьютерный чип. Так, это первым делом нужно сделать. Золото и компьютерный чип. Вот это реально нужно сделать первым делом. Блять, как бы мне понять, какой страной ее построить? Или люк можно было с обеих сторон втянуть? Потому что с этой стороны люк мне не нравится. Мне кажется, можно с обеих, да? Да, ну такой же вход, ебаный свет. Вот так вот, окей. Так будет гораздо удобнее, чем кататься сюда. Так, золото и компьютерный чип. Поехали. Золото у меня есть, это точно. Компьютерный чип, надо вспомнить, из чего делается. А у меня нет изготовителя. Изготовитель надо сюда перенести. Нет, на циклопа я не буду его убирать, я построю сюда. Поставлю себе и построю новый. А, золото и компьютерный чип. Хорошо, сразу. Компьютерный чип. Образец пластинчатого коралла, золото и медный провод. Хорошо. Бля, опять за образцом пластинчатого коралла в ебеня ехать, да? Ну, хорошо, ладно. Образец пластинчатого коралла, золото и медный провод. Значит, мне нужна медная руда. Мы сплаваем на мотыльке, потому что он есть. Че его не... Ой, где он там? Почему бы его не использовать? Поплыли, мотылек. О, нормально. Так, 52%. У мотылька. А я, кстати, могу через мотылек, получается, заряжать себе энергоячейку. Я могу доставать ее и... Не доставать разряженную, в мотыльке заряжать. Может быть, такой баг сработает, понимаешь? А в циклопе буду заряжать мотылька. Хотя хер, да вряд ли это сработает. Там, наверное, как-то все это проверки идут. Но пока у меня нет нормального зарядника, я могу, в принципе, делать это как раз-таки так. Опа, 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 секунду. Секундочку. Лазерный резак на четверочку. Поехали. Я очень сегодня внимательный. Я заметил нерабочую дверь. А если я замечаю нерабочую дверь, я срочно ее распиливаю и смотрю, что там внутри. Такая уж у меня природа. Смотреть, что внутри запечатанной двери. Так, хорошо. Ой, фрагмент грави-ловушки. А, у меня такой есть. Хорошо, еще один. Это что такое? Так, КПКшечка. Что-то новое полезное есть еще? Ага. А, это выход. Бляха, сюда можно было нормально заплыть. Ёб твою мать, зачем я распиливал это дело? Серьезно. Так, ну грави-пушка, ладно, я грави-ловушка, грави-пушка. Я возьму на всякий пожарный. Титан, сейчас мы, в принципе, стройкой занимаемся, титан не лишний. Ну, что-нибудь есть? Нет, ничего. Оп-оп-оп, что это? А, еще один. Ладненько, так, КПКшечка. Список КПК с Дегази Барторгал. Список КПК с Барторгал. Второстепенная цель для поиска и спасения Барторгал. Должность вице-президент корпорации Торгал. Статус пропал в космосе рядом с планетой 4546В. Возраст на момент исчезновения 19. Единственный законно рожден ребенок Пола Торгала. Бенефициар усовершенствованных методов обучения и мозговых имплантов. Прошел цифровое обучение в области углубленной биохимии и звездной экономики. Эмиссар Хассар сообщает, что Барт сопровождал своего отца к недавно построенной космической станции, где ему предстояло работать в течение 5 лет в должности главного операционного директора. Хорошо, допустим. Весьма, наверное, интересно, но не мне. Но не мне. Мне биографии этих ребят не особо представляет какой-то интерес. Так, я сначала за кораллом. Я возьму, наверное, кораллов 5, там, я не знаю, пригодится. Здесь кругом, смотри, фрагменты валяются этих стазисных ловушек. Так, кораллы, окей, я приплыл. Приплыл к вам, кораллы. Блять, возьми их. Почему ты сразу их не берешь? Еще. Так, сразу медную руду ищем. Стопэ. Медная руда, хорошо. И где-то еще одна. Блин, ну медной руды надо на самом деле побольше, но я возьму пока столько, сколько есть. Столько, сколько найду. Пластинчатый коралл. Еще вот возьму пластинчатого коралла себе. Пусть у меня их будет 5. Почему я ищу их именно здесь? У меня же там полно, рядом с базой всей этой херни.
Может быть, я соскучился просто по этим коровкам. Они так летают, так на меня орут. Смеются надо мной, как обычно. Давно уже такого не встречали. Так, титан. Где все эти выступы? Соль. Надо построить всякие биореакторы, биоперерабакторы. Чего только не надо нам построить. Так, это я не буду брать. Мне кажется, я слишком быстро стал день с ночью меняться. Прям рядом был, смотри-ка. Так, медная руда. Хорошо, поплыли назад. Нам нужно будет для улучшения... А, компьютер мы для этого и строим, окей. Подожди, мне еще одна медная руда нужна. Если еще одна, то мы ее там найдем как раз через сканер. Почему бы... А почему я, кстати, полез туда? У меня же есть комната сканирования. Что-то я какой-то нелогичный, по-моему. Я просто не привык еще к роскоши. Вот к этому вот всему, что можно просто взять, зайти в какую-то комнату и тебе сразу... Вот так вот возьмут и тыкнут. Мол, типа, вот она, что ты тупишь? Ты иди бери. Иди бери, оно твое. Не знаю, это для меня слишком странно. Слишком просто, слишком легко. Не мое. Нет, я сейчас сломаю эту комнату сканирования и не буду заниматься такой хуйней. Это слишком просто. Кстати, смотри, стекло очень сильно палит, очень сильно выдает базу. Издалека видно стекло, скорее всего, это какая-то кривь. Какая-то кривь, какой-то баг. Так, ну-ка. А давай я тебя здесь оставлю, в чем проблема? Пригодишься мне. Так, ладно, компьютерный чип. Блять, циклоп надо поближе поставить, по-моему. Он что-то слишком далеко. Прям рядом с базой его поставлю, он же не помешает никак. Давай так и сделаем, собственно-то. Так. О, а то ишь, блядь, как далеко, смотри. Так, спокойненько по тени ориентируемся. Ориентируемся. Сюда. Тихо. Во. Делов-то. Так, зачем сюда пошел? А, на изготовитель. Компьютерный чип. Ой, медный провод сначала. Медный провод. Что? Ишь ты, блядь. Там еще, кстати, гелевые мешочки есть. Но это аэрогель, мы сейчас сделаем его. Я еще ни разу вроде не делал, да? Я не помню, для чего нужно было делать. Так, компьютерный чип. Хорошо. Так, теперь нам, по-моему, нужно еще одно золото, если я ничего не путаю. Еще одно золото. Так, это у меня сканер, который сканирует здесь. Но нам нужно... Зубы сталкера! Ебать, все, идеальная хуйня. Зубы сталкера можно находить. Так, золото... Секунду, что не так? У меня была медная руда. А я ее не взял. Я ее не видел. Сука. У меня есть много медной руды, получается? Или это была последняя? А, вот он, золото. Так, ну ладно. Хрен с ним. Короче, я делаю это все вывод на интерфейс, на свой. На интерфейс костюма. Это очень прикольно. Я могу спокойно плавать и смотреть. Так, чип интерфейса комнаты. Хорошо. Чего? А, блядь. Так, выводит данные. И что, как мне теперь с этим жить? Его как-то включать надо? Или типа нужно включить обнаружение конкретного какого-то материала? Ну-ка.
Допустим, вот зуб сталкера. О, один, блядь, на всю округу, смотри. Его! Вот это! Да! Ой, я ебу! Вот это счастье привалило! Вообще делать больше ничего не надо! Можно просто сесть на жопе ровно и сканировать, и похеру все! Ебать, какая полезная агрегатка! Сколько, сколько! Ебать, насканировало! Все, остановись! Остановись! Не надо мне больше! Так, что еще? Управляемая дрон-камера. А как управлять дрон-камерой? О, хорошо. Ну, я просто не помню. А, по-моему, у меня была такая комната, но я то ли ей не пользовался, то ли что. Блять, сколько зубов сталкера. Давай все пока соберем. Мне просто нужно будет эмалированное стекло очень много. И... Как много зубов сталкера, сука! Моему счастью нет предела, блядь, это просто охеренно. Ох, блядь. Как она далеко сканирует? Хорош, тут на всю округу нахер сканирует, что ли, молодчик? Ой, молодчик, комната сканирования, как же, я тебя люблю, комната сканирования, просто обожаю тебя, комната сканирования. Ты где, что, как? Ты меня обманываешь? Нет. Не надо, сталкер, все, я с тобой больше дружбы не вожу никакой, пошел в жопу. Да, нужно, короче, выходить, конкретный материал сканировать и просто собирать. Не надо ничего делать, просто собирать. Ты видишь, какие эти маленькие зубы, их хер заметишь, пока к ним вплотную, блядь, не подплывешь. А чтобы к ним вплотную подплыть, нужно, бляха, здравствуй, зуб. Нужно вот так вот, прям, где зуб? Вот он, ух ты, это же зуб. Ведь не сразу еще и поймешь, что это зуб, да, сталкер? Ты что меня бьешь-то, блядь? Я не беру тебе твои зубы. Собака-то без зуба. Отлично, замечательно, красота. Это лучшее изобретение в сабнафтике за все время существования сабнафтики. Вот именно из-за зубов сталкера. Вот серьезно, именно из-за... Теперь вообще, теперь просто, теперь что? Пойдем поищем это. Полчаса титана ищем, медная руда. А теперь все. Все тут, а. Все тут, а тут, а все. Так, хорошо. А я могу поставить здесь изготовитель? Просто тупо. Нет, зачем, не буду. Улучшение, да, зачем? Зачем? Это не нужно! Хотя нужно, подожди. Кварц и компьютер. Два компьютерных чипа и кварц. А дай мне медную руду. А как остановить сканирование? А, вот. Я. Welcome aboard, Captain. Добро пожаловать. Да-да-да, all system online, вся хуйня. Медная руда, почему бы нет? Опачки. Нам нужна медь, нам нужно золото. А, золото? Подожди, не выебывайся. Спокойненько. Нам нужна просто медная руда. Просто медная руда. Кусок известняка. Вот, пожалуйста, вот прям тут. Вот он. Вот, вот. Вот кусок известняка. Кусок известняка. Ты просто берешь и разбиваешь кусок известняка. Пожалуйста. И берешь с него титан. Ну окей, ну ладно. Вот кто бы знал, что у меня прям под базой есть, блядь, кусок известняка. Кто его увидит? Его невозможно увидеть, он, бляха, в траве. Какая замечательная штука. Комната, мать ее, сканирование. Медную, пожалуйста. Хочешь медную руду? Да пожалуйста, не ешь меня, сталкер, а то я сейчас найду что-нибудь, что тебе вредно, и привезу тебе сюда, и ты умрешь. Потому что у меня, сука, есть... А что мне здесь делает камера? А, так они плавают, сканируют, что ли? Серьезно? Она сама плавает, сканирует? Нихуя себе поворот. Нет? Что ты, блядь, тут делаешь? Объясни мне, что тут делает камера? Она сама спасена, а собственной жизнью живет или что?
Ой, блин, вот это лафа. Вот это лафа. Это просто, ну что теперь делать? В этой игре все, я выиграл эту игру. Мне больше ничего не нужно, у меня все есть. Все, что мне нужно, у меня вот, пожалуйста, есть. У меня комната сканирования, блядь, сканирует. И... Да хватит мне титан-то этот совать, комната сканирования. Отсканируй. Почему она не может сканировать известняк, в котором точно есть руда медная? Мне нужно 4 куска медной руды, правильно? А у меня уже 4, наверное. Да, у меня уже 4. Ладно, больше не надо. Все, комната, хорош, успокойся. Я тебя про это... Все. Все замечательно. Блин, как же это охуенно. Непонятно мне, но я просто не... Ой, а время-то? Время-то не идет. Таймер-то я не запустил. Ай, нахуй с ним, ладно, ничего страшного. Так, окей. Медный провод раз. Медный провод два. Золото нужно взять. Золото ведь тоже можно сканировать. В чем проблема? Раз, два. Кварц. Кварц, я спойнил. Мне нужен кварц. А кварца пустого у меня нет, да? Блин, сейчас, короче, ездить, искать кварц. Опять полтора часа пройдет. Он нихуя знает его, где он растет. Это так непонятно. Так, кварц, 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 кварц. Ты чувствуешь, как от этого несет просто сарказмом, блядь? Я вот так вот сделал. Я просто возьму и остановлю сканирование. И сделаю вот так. Вот. Ебать, как тут много всего... А, все пропало. Насканировалось. Так, кварц. Я не сделал еще 2 компьютерных чипа себе, если что. Очень далеко кварц находится. Но я его возьму, мне похеру. Ёб твою мать, что так далеко-то? О, как много кварца. Ладно, весь возьму, который есть, пригодится. Блять, очень много кварца, но я весь возьму. Кварц, он делал такое, он сегодня есть, завтра нет. Так, хорошо, поплыли-ка назад. А, о, здесь образцы пластинчатого коралла, кстати, были. Можно было их здесь собирать, а я плавал на базу. Да и похеру. Seek fluid and take. Так, мне нужно наделать еще... Блин, медная руда опять нужна, чтобы батарейки сделать. У меня батареек нет. Почему у меня до сих пор нет рецепта зарядника для батареи? Меня это немножко напрягает, потому что раньше у меня этого было очень много. Во-первых, нам нужно сделать, значит, получается, компьютерные чипы 2. Мне кажется, это лишнее улучшение, потому что они и так неплохо сканируют, но почему бы ему, собственно, и не быть? Если я умею, если я могу, то в смысле? Ой, блядь, коралл пластинчатый кончился. Хорошо. Как-то примерно где-то здесь есть пещерка, в которой, по-моему, был он. Ну-ка. Что это за хуйня? Древесная пиявка. Нихуя себе. Так, где-то тут я что-то видел. Вот это, да? Коралл? Да. Темно тут, короче, в пещере-то. Блин, древесная пиявка, что-то страшное такое, на глаза похоже. Они рядом два стояли, прям вылитые глаза. О, нормально все. Все нормально. Все нормально у меня все есть. Ладно, не ссы, все хорошо. У меня есть про запас много чего. Я запасливый пацан, да, именно так. Запасливый, что обосраться просто. Надо посмотреть, сколько времени прошло, потому что, возможно, серия тоже должна была закончиться. Мы так много тут всего ищем. У нас есть комната сканирования, и надо нам все насрать. Хорошо. Ну, мы ее прокачаем как следует, комнату сканирования. Она должна быть хороша, чтобы все было нормально. Так, окей, раз, два, раз. Все. Очень много, конечно, лишних телодвижений здесь. Отлично. Попить бы надо. Так, раз. И два. Хорошо. Так, раз, два. И все, и огонь. Так, кварц выключил.
Дальше. Из комнаты сканирования мне, по идее, больше ничего не надо. Камеры пока что, я не знаю, как они работают. Возможно, они плавают сами, сканируют и ищут, но я ими никак не управляю, это логично. Я могу исследовать только дальние миры с помощью этих камер, да? Хорошо. Так, нужно попить, поесть. Раз, два, три. В смысле, фу? Хорошо. Я не понимаю, откуда у меня здесь так много всего. Что это, блядь, опять? Что это за незнакомые звуки? Что происходит? А, у меня титаном и кварцем все забито. И металлолом еще надо переработать. Что это рычит? Но это явно не сталкер. Сталкер там громко не орет. Я бы, блядь, обосрался, если бы сталкера так орали. Ладно, хер с ним. Фу, ладно, хер с ним. Так, допустим. Это значит, у нас есть. Это нам пока не надо. Нам нужна... биореактор. Нам нужна. А зачем она нам? Нам нужно какой-то... Бля, а что может еще насканировать в комнате сканирования? Вот вопрос на миллион. Гелеобразный мешочек, золото, зуб сталкера, кварц, кристалл настурана, кусок известняка, сланца, магнетит, металлолом, отложение соли, рифаспин, серебряная руда, титан, яйцо существа. Ага... Много чего можно сканировать. Давай, знаешь, что сделаем? Давай посмотрим какие-нибудь улучшения для циклопа, что ли. Жалко, что она не ищет неизвестные фрагменты чего-нибудь. Типа неизвестные фрагменты комнаты сканирования 7 там или еще что-нибудь. Ну, типа такого, чего я не могу еще построить. Так, модуль погружения... модуль погружения у меня есть. Модуль эффективности... генератор щита, гидролокатор, ремонтный модуль для стыковочного отсека, улучшение камеры приманок. Так, ну мне здесь пока не особо что-то надо. По крабу, да, посмотрим по крабу. Костюм краб давай сделаем себе, почему бы нет. Так, вот. Это все улучшение. Бля, я могу построить все что угодно. Я растерялся, если честно, сейчас. Я просто в растерянности. Я не понимаю, что мне надо. Мне надо все. Музыка страшная. Бля, да где краб-то, ёпта? Эй. О. Пласталевый слиток. Без проблем сейчас делаю. Давайте делать краб. Ага, окей, давайте делать краба, блядь. Ой, мать твою, что для краб надо? Пласталевый слиток, этот пласталевый слиток, он делается из двух секунд. Так, во-первых, я сделаю себе титановый, титан. Потом, мне уже не хватает, да, стекло, рано. Так, пласталевый слиток, титановый слиток и 2 лития. Что, мне не хватает на титановый слиток, серьезно? Так. Бля, выложу пока вот сюда вот все ненужное. Батарейку пустую, еще одну пустую. Постер надо где-нибудь повесить. На базе там. Я ведь для этого его, собственно, и брал. Так, литий надо было подавать. Литий-то у меня есть. Титановый слиток раз. Ах ты ж, сука, не хватает титана. Ладно, хорошо. Пойдем металл поворуем. Где-то здесь был склад металла. Ты что, растаскал, что ли, весь? Я тебе пор... Ага, нет, здесь. А, спасибо. Спасибо.
Ай, бля. Я такая скотина, такая скотина. Ты представляешь, он собирал его себе, собирал, столько времени собирал. Я приехал, иди сюда. Я приехал и все спиздил. Ай, бля. Стыдно должно быть. Так, литий. Раз литий. Сколько еще там лития надо? Вот еще возьму литий на всякий пожарный. Эхо скотина, сука, ну серьезно. Так, титан. Тислиток. Пласталевый слиток. А, нужно два лития, окей. Так, а я что хотел-то краба построить? Краба. Пласталевый слиток. Так, мне нужно еще литий. Серьезно? Всего лишь литий? Мне нужен всего лишь литий? Да, без проблем. Беру и делаю литий. Норм. Два пласталевых слитка. Есть. Есть, да. Титанчик. Одного титана не хватает, чтобы слиток сделать. Ладно, хер с ним. Значит... аэрогель. Так, эмалированное стекло. Зуб сталкера и стекло. Делаю два стекла. Сразу аэрогель. Так, мне сейчас что нужно-то? Два зуба сталкера. Два мешочка, два рубина. Два зуба сталкера. Зачем мне два зуба сталкера? Один нужен зуб сталкера. Ну. Два мешочка и два рубина. Так, два мешочка. Два рубина. О, да я его прямо сейчас соберу, ёбана. Ну, прямо вот сейчас соберу. Аэрогель раз. Аэрогель два. Стекло. No problem. Есть. Алмаз два, свинец два. Ну, свинец-то у меня здесь тоже есть. Только где? Алмаз два, свинец два. Алмаз. Два. Свинец. Так выглядит счастье, короче говоря. Так, алмаз 2, свинец 2. Так, чё я? Ну? Ща делаю вот так, короче, смотри-ка. Ага. 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 Бляха, время, наверное, много прошло, да? Нет? Не знаю. Окей. И? Хуй, не работаешь? Зачем, блядь? Собака, работай. Что-то не так? Ладно. Кривовато, конечно, работает. Допустим. Во время первого управления краб вполне нормально может испытывать чувство безграничной мощи. Ты. Операторы краба проходят несколько недель обучения для нейтрализации данного явления. Вам же придется самим научиться держать себя в руках. Ёб твою мать, серьезно? Ха-ха-ха, крабуля! Здорово, как в тебя зайти? Ебать.
Серьез, сколько? 900 метров, блядь! Ой, я ебал! Вот это, блядь! Ох ты ж, мать твою ж, за ногу! Бля, у тебя есть грузовой отсек какой-нибудь, краб? Ты уже в нем уже... Есть, конечно! Конечно же, есть! Конечно же, есть! Или нет? Да, конечно же, есть! Ну, ёб твою мать! Ну, все, это конец. Это конец. Так, хорошо, какие у тебя есть улучшения? Подождите, спокойно. Сейчас главное с ума не сойти. Усиление корпуса. Мне нужно вот это раз. Это два. Это три. Это четыре. Блядь. Ну ты понял, да? Ты только что прочитал и понял, что нас ожидает. Нас ожидает это все. Вот это. Даже не вот, это не вот. Вот оно. Вот это называется счастье. И вот так вот оно выглядит. Примерно как-то даже на превьюшку надо засунуть. Вот это оно. Вот видишь, даже божественный свет сверху льет. Вот это вот. Бляха, как бы угол-то поудобнее здесь, чтобы красиво смотрелось, как-то я не знаю. Типа вот так, а, знаешь, и где-то сабнафтика написать. Блять, не могу прям. Как же это охуенно. Давайте на этом заканчиваем, время много прошло. Ссылка на плюс в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.